Тяжелая потеря настигла коллектив Национального университета, Одесская юридическая академия и Международного гуманитарного университета. На 68-м году жизни скончался профессор, заслуженный юрист Украины Юрий Полянский. Юрий Евгеньевич работал в юракадемии с 97-го года. Был проректором по учебно-методической и воспитательной работе, затем возглавил Международный гуманитарный университет. В 2012 году стал лауреатом государственной премии в области образования. В последнее время работал на кафедре организации судебных и правоохранительных органов и адвокатуры юракадемии. Своим честным и самоотверженным трудом заслужил огромное уважение коллег и студентов. После тяжелого ДТП смог восстановиться и вернуться в науку. У Юрия Евгеньевича остались жена и сын. Телеканал «Репортер» выражает свои искренние соболезнования родным и близким. Вечная память талантливому, честному и прекрасному человеку. Прощание с Юрием Полянским пройдет 20 сентября в 11:00 в Свято-Успенском кафедральном соборе. Похоронят Юрия Евгеньевича на Втором христианском кладбище.